Книжная страна. Хожу в библиотеку. Я книги прочитать. Любимей дела нету. Люблю я помечтать и оказаться в сказке, в таинственном лесу. Увидеть волка, зайца и рыжую лису. А прочитав всю книжку, подумать головой, какой герой хороший, а какой из них плохой. Она всегда подскажет, где, как себя вести, поможет и расскажет, как друга нам найти. И что-то в этой жизни начнем мы понимать, любить родную землю и слабых защищать.